Приветствую вас, друзья, с вами Варчик и новая рубрика на канале. Очень часто люди говорят, вот я не доначу в картошку, статистика катится вниз, да и мне в принципе и все равно, я не буду донатить, статисты только могут донатить и за счет этого статку набивают, поэтому у меня статка вниз катится, я в этом не виноват, да и мне в принципе и все равно. В этой рубрике я хочу отобрать разных уровней танки, на которых можно, не залезая в большие минуса по серебру, достаточно хорошо, комфортно играть в удовольствие и с большим результатом. Мы будем брать во внимание то, что я буду играть с прем-аккаунтом. Уже сейчас я отобрал очень много танков, которые возможно подойдут для нагиба без доната. Но я буду стримить эти танки и проверять. Поскольку я взял обширное количество танков, по-любому какая-то часть из них отпадет. Отобрал танки как можно больше по разным параметрам, которые могут подходить под то, чтобы нагибать и при этом не залезать в минуса по серебру. Также буду смотреть и на результаты, если бы не было прем-аккаунта, благо такая статистика после боя имеется. Если какой-то танчик сможет даже нагибать без прем-аккаунта, то такой танчик тоже мы найдем. Я буду стримить сначала один уровень, серию танков, которые я отобрал. И потом отдельно делать видео, какие танки на этом уровне подходят для нагиба без доната. Вот в принципе и все. И отдельно, если такой танчик на этом уровне будет, будет видео про танк, который нагибает даже без прем-аккаунта. Многие думают, что если статист играет на фулл голде, то без этого всего он не сможет играть. Играть он сможет, но у него результат будет чуточку меньше. А фулл голда просто дает свободу действия. Ну и дает возможность сделать сверхрезультат. Без фулл голды и фулл доп пайков сверхрезультата не получится. Ну и небольшой спойлер, что на 9 уровне когда-то был AMX-30, танк, который нагибал без доната, без доп пайков, без голды, без ничего и уходил в плюс по серебру. Но Муразор это заметил и сделал этому танчику чик-чик и обрезал ему точность и пробитие. Поэтому этот танчик отпадает. Но мы все знаем, что остается Леопард, на котором я благополучно отыграл весь вечер и я в минус не ушел. При том, что я играл на доп пайке. Нравится ли вам моя идея? Если да, то все чики-пуки. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.